Она же воскресное лотерейное утро продолжает... Русское лото! Сегодня в 1124-м тираже «Русского лото» мы разыграем 5 квартир и множество денежных призов. И сегодня всех участников нашей лотереи ждет дополнительный розыгрыш. Кувышка — это значит, что победителей будет больше, чем обычно. Обязательно дождитесь окончания сегодняшнего тиража, и вы получите уникальную возможность выиграть даже и после того, как мы назовем оставшиеся в мешке бочонки. Поэтому играйте и выигрывайте всей семьей! Вот он, наш игровой мешок, я его подставляю, и мне остается только пожелать удачи всем, кто сегодня играет в «Русское лото». Поехали! Призовой фонд сегодняшнего тиража «Русского лото» составляет 35 305 075 рублей. Наш накопленный джекпот составляет 32 миллиона 500 тысяч рублей. Ну, а нас интересует, что мы разыграем в первом туре «Русского лото». В первом туре «Русского лото» мы разыграем 420 тысяч рублей. Удачи вам! Неплохо! Итак, зачеркивайте свои билеты. Номер 87. 87. В первом туре номер 55. 55. Выигрывает перчатки. Билет или билеты, да, можно и в перчатках. Номер 13. 13. В котором или в которых раньше других купленных вами билетов будут зачеркнуты номер 34. 34. Все 5 номеров любой горизонтальной строки. Номер 56. 56. Номер 1. Первый. Стоп-игра. Стоп-игра! В первом туре выиграли 4 билета, приобретенные в Москве, Курганской области и на нашем сайте stolato.ru. Выигрыш 105 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей! Поздравляем всех выигравших! Дорогие друзья, со второго тура мы начинаем розыгрыш квартир. Удачи вам! Итак, вперед! Будущий новоселый номер 35. 35. Но по дороге мы должны еще попробовать разыграть номер 51. 51. Наш суперприз джекпот номер 59. 59. Это произойдет на 15-м ходу номер 11. 11. Барабанные палочки. Номер 47. 47. Серебро. А это бочонок номер 52. 52. Номер 77. 77. Номер 58. 58. Внимание. Следующий ход 15-й. Это значит, что джекпот «Русского лото» может быть разыгран прямо сейчас. Удачи. Итак, мы пробуем разыграть наш суперприз. Джекпот номер 33. 33. Сегодня джекпот не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. И в следующем тираже наш суперприз джекпот увеличится. Внимание! Если в следующих двух тиражах джекпот не будет разыгран, то 8 мая в 1126-м тираже «Русского лото» он будет разыгран принудительно! А в мешке останется всего 2 бочонка. Мы продолжаем игру во втором туре номер 28. 28. А во втором туре играет карточка номер 39. 39. Таких карточек в вашем билете две. Номер 65. 65. Верхняя или нижняя, не имеет значения. Номер 53. 53. Каждый 15 номеров. Номер 22. 22. И во втором туре победитель номер 81. 81. А их может быть несколько. Номер 68. 68. Выиграет или выиграет квартиру номер 38. 38. Но для этого нужно зачеркнуть все 15 номеров карточки. Номер 18. 18. Верхний или нижний, еще раз говорю, безразлично. Номер 15. 15 номеров каждой карточки. Номер 12. 12. Дюжина. Номер 3. Тройка. Третье тысячелетие. Номер 79. 79. Золото. Номер 80. 80 ровно. Бабушка, сколько лет бабушке? 72. 72. Слушай, дай бог здоровья. Номер 29. 29. А это бочонок номер 24. 24. День и ночь, сутки прочь. Номер 26. 26. Номер 63. 63. А это Валентин Владимирович Терешков полетела в космос. Номер 90. 90. Дедушка. Сколько лет дедушке? Номер 44. 44. 44. Молодой, молодой, перспективный. Номер 83. 83. 100
стоп игра. Стоп игра! Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в республике Мариэл. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли квартиру. Поздравляем! Продолжаем розыгрыш квартир. Удачи. Итак, одна из пяти разыграна. Номер 71. 71. Мы переходим в третий тур. Номер 57. 57? Давай я перемешаю. На удачу. И, конечно. Номер. Номер. Номер 20. 20 ровно. Лебединое озеро. Номер 36. 36. А в третьем туре играет... Весь билет. Номер 61. 61? Все 30 его номеров. Номер 8. Восьмерка. Обручальные кольца. Номер 78. 78. Надо успеть раньше других. Номер 70. 70 ровно. Зачеркнуть все 30 номеров билета. Номер 40. 40 ровно. Али-Баба. И тогда вы станете обладателем квартиры. Номер 25. 25. Опять. Номер 50. 50 ровно. Полтинник. Номер 16. 16. Кругом 16. Номер 41. 41. А это бочонок номер 88. 88. Матрешки. Номер 45. 45. Приближается 9 мая. Номер 7. 7. Композиторское число номер 74. 74. Номер... 9. 9. Точка внизу. Айвазовский, 9 вал, номер 14. 14. Любимая песня космонавтов, номер 62. 62. Номер 2. 2. Так, номер 31. 31. 31 декабря, с Новым годом, номер 89. 89. А это бочонок 49. 49. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграли два билета, приобретенные в Омской области и Краснодарском крае. Ваш выигрыш – квартира. На каждый выигравший билет поздравляем победителей. Поздравляем! Продолжаем розыгрыш квартиры. Итак, мы продолжаем розыгрыш. Разыграно три квартиры из пяти обещанных. Номер 69. 69. Туда-сюда. Выиграли два билета, приобретенные в Смоленской и Вологодской областях. Выигрыш – квартира. На каждый выигравший билет поздравляем победителей. Поздравляем! Поздравляем! Мы собирались разыграть 5 квартир. Так получилось, что 5 и разыграли. Поэтому от души поздравляем всех пятерых новоселов! Поздравляем, дорогие друзья! Я напоминаю, что ровно через неделю в праздничном первомайском 1125-м тираже русского лото мы разыграем 10 загородных домов и множество денежных призов. А в мешке останется всего 3 бочонка. Это значит, что выигравших будет больше, чем обычно! Наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Удачи вам. Что мы с удовольствием и делаем. Не, ну еще так раз. Не перемешаешь, конечно. Нет, ну так надо посерьезно. Так, так, ну вот. Так, и оставшийся денежный призовой фонд. Номер 17. 17. Теперь будьте внимательны. Сумма выигрыша номер 10. 10. После каждого номера номер 19. 19. На вашем экране номер 4. 4. И можно увидеть на вашем экране, сколько выиграло игроков в этом туре. Номер 48. 48. Номер 66. 66. Валенки номер 85. 85. Номер 76. 76. Номер 46. 46. Номер 5. Пятерка. Отлично. Номер 82. 82. Бабушка надвое сказала. Номер 43. 43. Сталинград. Номер 27. 27. Номер 32. 32. Три притока, два прихлопа. Номер 86. 86. Точечка внизу. Номер 37. 37. А это бочонок номер 21. 21. Номер 64. 64. Номер 60. 60 ровно. Номер 30. 30 ровно. 30 лет жены нет, не будет. Номер 6. 6 точка, точка внизу. Верно, Юля. Номер 42. 42. А это 75. 75. 7 пятниц на неделе. Номер 73. 73. Стоп-игра! Стоп-игра! Это был последний ход сегодняшнего тиража русского лото. И мы подводим итоги сегодняшнего тиража. Я выступаю
Все, что осталось в мешке после окончания игры, 4 бочонка. Это ожидаемо, но на всякий случай проверьте. Мешок пуст. Мешок пуст, что и следовало ожидать. Итак, по порядку называю. Номер 23. 23. Номер 54. 54. Номер 67. 67. И номер 84. 84. Эти номера в своих билетах зачеркивать не надо. По ним еще раз нужно проверить игровую сетку вашего билета. Если в ней нет ни одного из этих 4 номеров, которые остались в мешке после окончания игры, это значит, ваш билет выиграл! Если есть, тут, конечно, расстраиваться не надо, потому что сегодня у вас есть уникальная возможность выиграть в нашем дополнительном розыгрыше кубышка. Вот она здесь нарисована в самом уголочке билета. Если все эти 4 номера, которые остались в мешке после окончания игры, вы обнаружите в одной из карточек вашего билета, верхней или нижней, не имеет значения, то тогда ваш билет выиграл в розыгрыше кубышка. Итак, внимание! В дополнительном розыгрыше «Кубышка» выиграли 2040 билетов. Выигрыш 1000 рублей на каждый выигрыш и билет. Поздравляем всех победителей! Поздравляем! Поздравляем победителя в розыгрыше «Кубышка». В следующий раз мы разыграем «Кубышку» в июне. Для того, чтобы купить билеты и поучаствовать в розыгрыше «Кубышка», вот ищите билеты вот с таким значком в уголочке. Это будут билеты 1131 тиража «Русского лото». Желаю удачи! Уважаемые участники «Русского лото», сегодня мы разыграли для вас 5 квартир, а точнее призов на общую сумму 29 миллионов 305 тысяч 75 рублей, выигравших сегодня 279 тысяч 443 билета. Накопленный суперприз следующего тиража составляет 38 миллионов 500 тысяч рублей. Играйте в «Русское лото» и обязательно выигрывайте. Дорогие друзья, продолжается наш конкурс «Традиция побеждать». Мы с нетерпением ждем ваших рассказов о том, что связывает вашу семью с Днем Победы. Адрес, по которому можно посылать письма на ваших экранах. Итак, ждем ваших писем! Видеоролики с лучшими рассказами, а также подробные условия конкурса вы можете посмотреть на сайте stoloto.ru. Кроме того, лучшие рассказы будут опубликованы в газете «Аргументы и факты» и в социальных сетях. В качестве подарка ко Дню Победы вы можете приобрести вот такие праздничные блоки, состоящие из 3 билетов 36-го тиража «Золотой подковы» и 4 билетов 1126-го тиража «Русского лото». В каждом блоке все 90 чисел. Дорогие друзья, кроме этого, мы подготовили для вас вот такие праздничные наборы к Дню Победы. Каждый такой набор имеет 10 билетов 1126-го тиража, посвященного празднику Победы. Спешите приобрести такие наборы, их количество ограничено. А я напоминаю, что если в следующих 2 тиражах джекпот не будет разыгран, то 8 мая в 1126 тираже «Русского лото» он будет разыгран принудительно! А в мешке останется всего 2 бочонка! Да, это сенсация! 2 бочонка в мешке! Выигравших будет огромное количество!